Холодно, ведь Герда такая маленькая. Она совсем одна среди снегов, метели, ледяных гор. Ну, не надо плакать. Нет, не надо. Может, она все-таки победит? Сотни миль прошла она. Ей помогали и люди, и звери, и птицы. Она маленькая, но она сильная. Непобедимая сила в ее горячем сердце. Кей! Кей! Подойди ко мне! Я хочу задержать приближение весны. Мне нужно слетать в теплые края. Тебе не будет скучно без меня, Кей? Нет, мне не бывает ни скучно, ни весело. Это хорошо. Хорошо, когда нет никаких чувств. Ни любви, ни тревог, ни волнений. Покой и ясность. Займись же делом, которое я тебе поручила. Страна снежной королевы. Дальше я не смею идти. Большое тебе спасибо, милая Ли. Беги домой. Thank you.
мешаешь мне. Кей, милый, это я, Герда. Я вижу. Ты забыл меня? Я никогда и ничего не забываю. Ты нарочно пугаешь меня. Дразнишь? Или нет? Как ты изменился? Я боюсь подойти к тебе. Не мешай мне. А что ты делаешь? Я должен сложить из этих льдинок слово «вечность». Зачем? Так велела мне королева. Если я сложу слово «вечность», королева подарит мне весь мир и пару коньков в придачу. Кей, что ты делаешь, дурачок? Пойдем домой, там так интересно. Я так много всего увидела, пока искала тебя. А ты сидишь и сидишь, как будто на свете только есть что эти кусочки льда. Ты бедный, глупый Кей. Нет, я разумный. Кей, встань. Пойдем домой, там весна, колеса стучат. Прилетели ласточки, слышишь? Ты беспокоишь меня. Уйди. Кей, без тебя во дворе все идет худо. Помнишь маленького Ганса? Его побил мальчишка, которого ты прозвал Булкой. Из чужого двора? Да-да, я подумала. Если бы Кей был дома, то ведь обязательно бы заступился за Ганса. Ведь правда, Кей? Правда. Мне холодно. Кей, оживи совсем, миленький. У соседской кошки три котенка. Одного нам дадут. А бабушка все стоит около ворот и плачет. Кей, слышишь, дождик идет. Она все плачет и ждет, ждет. Оживи, милый! Герда! Герда, это ты? Что случилось? Ты плачешь. Кто тебя посмел обидеть? И как ты попала сюда? Уйдем скорее, здесь холодно. Уйдем, уйдем. Иди за мной. Иди. Ничего не бойся. Возвращаться к людям. Неправда! У него снова горячее сердце, и он будет жить с нами среди людей. Я заморожу тебя, дерзкая девчонка. Я превращу тебя в кусок льда. Нет! Я не дам этого сделать! Не бойся, только не бойся. Главное, не бояться. Нашла Кей, они идут домой! Ура! Я верил, что они вернутся, поэтому я и не выписывал их из своей домовой книги. Эй! Сказочник!
Сейчас раскроешь клюв от удивления, Кларва. Герда спасла Кея. Последнее сообщение придворной бароны. А Герда спасла Кея. Снежная королева осталась с носом. Теперь я останусь без мороженого. Разумеется. Девочки, Герда возвращается! Она спасла Кея! Ура! Ребята, Кея возвращается! Он одолел снежную королеву! Он спас Герду! Бабушка, ты знаешь, у Кея было ледяное сердце. Но я обняла его, плакала, плакала, его сердце вдруг растаяло. А потом мы пошли домой. Сначала потихоньку, а потом все быстрее и быстрее. Герда помогала мне идти. А потом Кей помогал мне. И крибли-крабли-бумс, вы пришли домой. Мы с вами, вы с нами и все мы вместе. Что враги нам сделают, пока сердца наши горячи? Да ничего, пусть только появятся, и мы скажем им: эй, вы! Снип, снап, снурре! Урре, базилюре! Извините, что побеспокою вас. Пожалуйста, пожалуйста.